Еще раз повторю, что мы неоднократно говорили нашим американским и европейским партнерам, членам НАТО, о том, что будем предпринимать необходимые меры для нейтрализации угроз, которые возникают для нас в связи с развертыванием глобальной про-США. Говорили об этом и в ходе переговоров, и даже публично. Нет, с нами никто по существу не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас. Техника, оружие, даже самое современное, рано или поздно появится в других армиях мира. Это нас абсолютно не волнует. У нас это уже есть и будет еще лучше. Главное в другом. Таких людей, таких офицеров, как наш летчик, гвардии майор Роман Филиппов, у них не будет никогда. Любое применение ядерного оружия против России или ее союзников, малой, средней, да какой угодно мощности, мы будем рассматривать как ядерное нападение на нашу страну. Ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями.